Седьмой конгресс московских хирургов под названием «Хирургия столицы. Инновации и практика» прошел в конце мая в Москве. Двухдневный столичный форум с участием ведущих специалистов из Германии и Южной Кореи был посвящен самым сложным вопросам и нерешенным проблемам неотложной, плановой и амбулаторной хирургии, а также возможностям диагностики, лечения и профилактики с учетом достижений фундаментальной науки. Конгресс включал в себя также мастер-классы по хирургической гепатологии и лапароскопической хирургии. В этом году на конгрессе московских хирургов впервые были организованы дискуссии в формате «За и против», который предполагает представление разных точек зрения на актуальные проблемы хирургии двумя экспертами с последующим открытым обсуждением и голосованием. Помимо докладов и презентаций, программой форума было предусмотрено тестирование на получение статуса «Московский врач». По итогам двух дней работы конгресса его участники получили баллы по системе непрерывного медицинского образования.